Привет, с вами Квантум. И добро пожаловать сегодня новый режим в Among Us. Правила игры остаются прежними, за исключением того, что предатель после убийства может взять труп в руки и отнести его в любую точку на карте. Смотри, что из этого получится, мы будем начинать, и захочешь больше режимов, не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Кстати, мод этот проблемный, и игра через раз у всех вылетала, за это просим прощения. Будем начинать. О, нифига себе, это Among Us. И знаешь что? Это новый режим, это режим с переносом трупов. Мы убиваем кого-то, и знаешь что происходит? Убив кого-то... Почему? Он не убил, блин! Почини-ка свой микрофон, реально. Я вообще ФК стоял. А почему так быстро убили, я не понял. А где труп? Что случилось? Никто не спрашивал даже, кто-то готов Халдор или нет. Не знаю, где-то, видимо, убежал. Сволочи, не убили Халдора. Подождите. Медалей. Стойте, вы меня слышите, алло? Сейчас слышим. Да. Смотрите, мы втроем забежали. Халдор? Какой-то громкий. Кто еще со мной, блядь, забежал? Ну, куда? Так тебе и ответили. Блядь, вот, сука, кто со мной забежал, тот предатель. Кто карточку проводил? Короче, это медалист. Нет, блядь, кто карточку проводил? Кто за нами, говорит, бежал? Это точно не Антон. Он пробегал меня, я отправил. Почему я карточку пробегал? Со мной еще кто-то был. Это бустер, блядь. Я Халдор и забежали, пока я карты водил, он, блядь, убил Халдора. Если не бустер, тебе кикай. Это бустер, блядь. Ну да, да. Бля, буду, мы втроем забежали, дядь, никого больше не было. Антон второй. Я не второй, я сказал, что это медалист, я просто прикольный. Но не был предатель. Пизда тебе, медалюка. Блять! А у нас два предателя. Кто это сделал, нахуй? Это не Крат. Чё, Димон, дурак, он убить должен был. Мне вообще повезло, что меня с ней выкинули. Что бустер ничего не видел, пока он карточкой возюкал, пока я заходил туда. Это вообще жесть какая-то, блин. Что случилось? Не в адеквате, пацаны, блин. Я вообще сейчас офигел. Пойду куда-нибудь пойду. Ты понял, что случилось? Я убиваю вместо того, чтобы медалист убить. Он просто взял за репорт убийство мое. Вот руина долбаная. Бляха-муха. Ну и ну, конечно. Баранки гну. Свет вырубили. Опа. Я украл труп Кратоса. Я тупо своровал труп Кратоса, блин. Побегу ремонтировать свет. Побежали вместе, вреднули. Побежали вместе чинить свет. Схема вон пошел. Есть победа, блин, я украл труп Кратоса, чтобы его не нашли. Ну ты руин, блядь, ты дурак, что ли? Ты мне чуть карту опять не заруинил. Какой репорт? Блядь. Хорошо, что он не видел. Кто заходил с четвертый, блин? Ты дурак, что ли? Я совсем... Все видели, я пошел за вами. Блядь. Смотри, что происходит. Схемов говорит, давайте не будем слушать Квантума. Блин. Я тут с биткоином играю. Ну ладно, в принципе, что мы делаем? А мы делаем что-то. Мы делаем красиво сейчас. Главное, чтобы нас не спалили. Вот что мы делаем. Тут би, я, Кратос. И все мы бегаем дружненько вместе. Никого здесь нет. В принципе, нормально, что здесь никого нет. Вот и хорошо. Кратоса немножко не стало. Почему его не стало? Спрятали в уголок в надежный Кратоса. Его больше нет. Вот и великолепно. Великодушно, я могу сказать. Просто я счастлив. А то что, он ходит, орет постоянно. Я вот сделаю вид, что выполню задание. Биткоин покинул игру. Да он мой тиммейт вообще-то. Куда ты игру-то покинул? Ты дурак. Ты, походу, дурак. Очень страшно. Очень страшно. Непонятно, что и как здесь происходит. Что такое, вреднуля? Ой, тебя убили, мне показалось. Выкинули трупешник. Что я делаю? Я вырубаю свет. Свет вырублен. Я делаю вид, что я чиню свет. Я починил свет, я молодец. Там сейчас найдут труп вреднуля, а я даже ни при чем. Я чинил свет. Выходят люди. Крашнулась игра. Вы умерли, у вас крашнулось, я понял. Прямо так, где труп? Нет, я не умирал. Не умирали.
В электричестве. А, вы не умирали? Они в электричестве? Их выкинуло. Квантум молчит. Может быть, кикнем его? Это я свет Подожди, сделал. Нет, Квантум был... Меня он кикнуло. Свет сделал, еще кто-то свет сделал. Кто с тобой вдвоем? Ладно, чуваки, у нас вроде... три... Ладно, чуваки, у нас три чувака вылетело. Че смысл-то продолжать? Давайте заново, да. Да. Сам прикол, что я был предателем, блядь. Бля, ебаное говно, блядь. А я, блядь, с Квантумом ты угадал бы, слышь, чтоб ты понял. Он молчит, да, 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 да. Би, ты что делал в момент, когда вылетело? Ничего, просто бежал, блядь. А я видел, он просто так бежал в прямо. Воздухе такой висит, висит, висит. Не, я вообще обидно получилось. Предатели никого не убивали? Ну что же, второй шанс. Предыдущая катка такая была великолепная, но, блин, не фартануло, не пошло. Абсолютно не пошло и абсолютно не фартануло. Очень жалко. Нифига здесь заданий, блин, у меня много, конечно. Выполнил провода. Провода я починил. Здорово, прекрасно. Пришел туда Кратос. Пришел Холдор. Нифига, тут целая толпа вообще ходит. Вреднуля он тут ходит. Вреднуля, привет, как дела? Все нормально? Медалист ничего не заметил сейчас? Саботаж. Нет, медалист, я не оставлю труп. Я знаю, что ты все знаешь. Да идите в жопу. Это Квантум. Да он пошли вы в жопу. Конечно, это Квантум. Почему вы все приперлись ко мне сюда? И Кратос. Я просто видел, как Дима бегал. Я думаю, что за херня там? Ребят, сейчас кого-нибудь убивали? Да, я убил Вреднулю, утащил ее труп, украл. И все смотрели, стояли и смотрели. Походу пытались зарепортить в моих руках труп. Да, он не репортился. Ну, типа, труп не репортится, короче, когда он лежит, когда он на нем, он не репортится вообще. Это схемов. Нас закрыли, кстати, нас закрыли в этом. Нас закрыли. Либо да, это да, били, да, бы медалист. Нет, нет, меня закрыли кто-то в столовой. Кто-то хотел, чтобы мы не нажали на кнопку. Я думаю, это схемов. Потому что Квантумец начал говорить схемов, что схемов. Или, блядь, нет, медалист это идеальный би, тиммейт, медалист. Это би, блядь. Схемов, если ну, что, чинил электричество. Блядь, да вы все нахуй чинили электричество, но кто-то предатель. Я зарепортил, блядь, специально. Это саморепорт. Нет, блядь, это схемов. Пиздец! А кто? Спасибо, схема, спасибо, брат! Ты лучший, ты слабенький мой! Схема, пиздец ты нахуй, Ильич! Ты постоянно просто в меня вкидываешь. А я взял Антона со столовой, перенес в левый верхний. Выкинула игру нахуй. Антон. Да, мой сладкий. Так, Винер. Скажи, Аврора. Аврора. Снимай трусы без разговора. Это просто стоит начало и кучу фанфиков, блять. Полетело сразу. Холдор. Давай. Скажи, блять. Скажи, Зил. Зил. Твой папа жопой тормозил. Вы. Пожалуй, добавлю это в свою коллекцию кринжа. Блин, да я сам. Антон, скажи, Зил. Зил. Квантумец, давай. Ты сам говори, мне стыдно. Квантумец жопой нет тормозил. Антон, скажи ракета. Ебали нахуй, блядь, пиздец. Ракета. Ты директор туалета. А мы в Дискорде мутимся, да? Кончи, блядь. Мьют это на Дискорд, окей. Знаешь, что плохо? Потому что я не предатель. Когда я не предатель, плохо. А я вот, знаешь, что сделал? Я бы... завалил бы кого-нибудь, труп бы утащил куда-нибудь. А вот предатели просто неинтересны. Вот убивают и убегают, трупы совсем не таскают. Вот неинтересно же, да? О-о-о-о-о, бежит, бежит, бежит. Что ты бежишь? О, смотри, вода капает. Все, я закосплеил капельку, можно идти дальше выполнять задание. Заполняем баллон, значит, кислородом О2. Нормально, жижа пошла, второй баллон заполняем. Смотри, вырубили свет, судя по всему. Блин, я недовыполнил задание, баллон не открепил. Все, задание выполнено, света нет, но вы держитесь. Кто-то сейчас кого-то убьет, и кто-то сейчас куда-то потащит труп. Нифига себе. Убили? Ты встань, так и убили. Где? Извиняюсь, что перебиваю, я знаю, кто предатель, я видел по камере. Вредули, извини, пожалуйста. Кто? Это Кратос. Я видел, как ты убил медалиста. Блин, брат. Ты чё гонишь хрень какую-то? А я косплеил капельку. Голосуй за себя. Капельку косплеил. Закапало, да. А за что за меня?
Ну, проголосовать. Да, за кого-то надо было проголосовать. Ты еще убрал труп оттуда, я прошел. Я забыл, что там камера, блин. Я затупил. И че вы проголосовали за StayTek? Если бы за StayTek не голосовали, было бы все отлично. Я бы убил Би. Значит, сделай вещь, что у меня нет задания с ключом. Пусть на меня думают, что я плохой. Буду бегать за вреднулей. Иди сюда. Иди сюда. Куда ты убегаешь? Я знаю, кто предатель. Что? Я знаю, кто предатель? Кто? А почему StayTek ключ не выполнял единственный? Квантум тоже не пополнял, это Данил. Кого не выполнял? Уголь в шахте. Сейчас очень долго. Начнем с того, что я не всегда начинаю делать задания, если они даже Данил. Типа рядом, даже это если не укорабливаются. Это либо Quantum Yet, либо StayTek. Да он меня постоянно отговаривает. Ребята, пожалуйста, можно последние слова? Да. Пожалуйста, выполните мое желание. После меня выгоните Кратоса, я вас попросил. Это моя просьба вот предсмертная. Выгоните Кратоса, во что бы то ни стало, пожалуйста. Завещание, хорошо, окей. Предки, завещаю вам, выгоните Кратоса. Спасибо. Почему ты не выполнил ключи у шлюха? Я исполню твое задание. Я пошел. Пожалуйста. Я отправляюсь. Я вижу свет в конце тоннеля. Все нормально, Бог. Вау, пацаны, я вижу всю землю сверху, я в облаках. Брат, есть красота. Кратос. ВДВ. Сейчас ты, падла, ко мне отправишься, предательская твоя морда. Не, обоссался. Так он убегает от тебя, типа. Сейчас еще двери за... Кто-то носил труп, блин. Стой, как тебе нормально получится? Я видел, блядь, на камерах. Это нормально было. Хотел труп поносить. Бежит такой. Блин, но мы обещали Квинтусу Кратоса кикнуть. А меня не слушай, а я говорю. Теперь стой так. Понятно. Сразу кнопку нажимайте. Привет, брат. Как твои дела? Да блин, это прикольно было. Чисто, блядь, выносит. Ну это прикольно было, не? Это моя реакция на отметку члена экипажа. Пошло в жопу просто. Завалить кого-нибудь и труп утащить. Вот смог бы убить медалиста и утащить его труп далеко и надолго, чтобы вообще не нашел никто. Но нет, я этого не могу сделать. Знаешь почему? А потому что я не предатель, да. Что ты бегал за мной? Что тут Кратос бегает? А ты здесь что бегаешь, а медалист? Ищи себе жертву послаще. Ты что мыкаешься? Блин, вырубили свет. О-о-о! Но меня мог бы убить, он меня не убил, поэтому это не медалист. Это... О, желтый умер. А может быть, он где-то здесь умер? Он же типа пробегал здесь недавно. Ха-ха. Да там черный опять такое? Труп таскает по карте, блин. Чего? Чего? Стоит и труп опять по карте таскает. Это точно, смотрите, не Квантумец, потому что... Я в исследовательской сейчас полагаю. Ты дурак, ты что на меня кинулся с трупом? Страшно вообще. Странно, у меня не было... А какой у вас ключ был, ребят? StayTek, почему ты трупы с собой таскаешь? Я не тащил с собой труп, у меня его не было, типа... Я в исследовательской был, делал этот... 1, 2, 3, 5. Какой 1, 2, 3, 5? Ты с трупом гулял по карте. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я верю Квантуму, Ты делал, гуляй, Вася, труп, вот что ты делал. StayTek, если что, на двойку труп выкидывать. StayTek, ты меня заебал убивать, блин. Подождите, не, пацаны, подождите, а я выкинул труп, у меня он типа выпал. Пошел в задницу, блядь. Выпал труп. Ну я могу запись показать, но я его выкинул. Понравился ролик? Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, что тебе понравилось. Квантум был с вами, всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.